explicado ni confundido. Miren lo de Saúl. Quiere dar un pase, pisa la pelota, queda mal parado. El que toca el balón es Enrich y en el momento... Занял правильную позицию, команду выручил. Подача, пас на 1-1! Хосе Мария Хименес! Вот это был идеальный навес от Коки и 1-1 в этом матче. Сравнивая счет Атлетико, я говорил в первом тайме, ни Оракул не провидит, что по игре, когда тяжело дается встреча Атлетико, и выручает команду стандарты. Посмотрите, как он подает. Резко не выйти, и буквально с линии вратарской бьет. Акцентированно, сильно, еще так хорошенько оттолкнувшись от эскалации. And